меня от этого трезвона в ушах гудит. Уже битый час звонят, а то и больше. Со всех приходов попы собрались. Церковь как разукрашена. Да. Когда читали за упокойную молитву, наша Амелия в обморок упала. Она больше всех по отцу горюет. Только она его и любила. Ой, ой, Антонио Мария Бенавидис, никогда ты не увидишь этих стен, не поешь больше хлеба в этом доме, не приголубишь детей своих. Ни одна служанка не любила тебя так, как я. Как же мне жить без тебя? Как мне жить? Ой! Замолчи. Больше дела воплей меньше. Лучше прибрала бы к нашему приходу как следует. Прочь. Твое место на кухне. Бедняки эти, право же, как скот. Словно из другого теста сделаны. Но и они чувствуют горе. Дайте им тарелку гороху, и они позабудут обо всем на свете. Без еды не проживешь. В твоем возрасте неприлично вмешиваться в разговор взрослых. Помолчи, дочка. Садитесь все. Магдалена, перестань. А, лимонная вода. Мужчинам предложи тоже. И пусть уходят через садовую калитку. Я не хочу, чтобы они заходили в дом. Я знаю. Была его матушка. Пришла, оказала уважение семье. А Пепе не был. Был еще вдовец Дарахани, отстоял всю панихиду. Жался к твоей тетушке, бесстыжий. Все видели. Для женщины в церкви существует один мужчина, священник. Сутана та же юбка. А кто в разные стороны глаза пялит, у того только скоромное на уме. Доброго слова не скажет. Ядовитая змея. Амен. Хвала Господу. Да святится имя его во веки веков. Покойному царствие небесное, со святыми силами, с ключом всевратным, с дланью всемогущего. Царствие небесное. Нашими молитвами, Божьей милостью. Царствие небесное. Упокой, Господи, раба твоего, Антонио Мария Бенавидиса. Амен. Держите ее! Нет! 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 Не бойся, хочу. Не упадет. Нет! Не боюсь, что нет. упадет. Не хочу, чтобы пустите люди видели. Меня. Пустите меня! Я замуж хочу! Пойдем. Я замуж хочу! Какая я сильная, хочу 80 замуж. Лет! Пустите меня! Пустите! Пустите! Я замуж хочу! Я замуж Заприте хочу! Ее. Пустите! Пустите меня! Я замуж хочу! Я замуж хочу! Пустите! Сейчас пусть вопит, сколько хочет. Ну,
На все воля Божья. Да. Перестаньте. Кто хочет плакать, пусть спрячет в кладовку свои слезы. Успокойся, довольно, Амелия. Это мужчины тебе деньги прислали на помин его души. Ты поблагодарила их? Дала проходимцам по чарке вина? Разбредутся теперь по домам. Будут злословить о том, что здесь видели. Прежде чем они снова переступят порог моего дома, даст Бог, пройдет много лет. Тебе не на что жаловаться. Собралась вся деревня. Весь дом потом провоняли, а погадили ядовитыми языками. Не говорите так, матушка. Что можно еще сказать? Живешь в этой дыре, тут даже реки нет близко. А в колодцах вода такая мутная, зеленая. Страшно ее пить, того гляди, отравишься. Грязь-то сколько натащили. Да, будто стадо баранов прошло по дому. Подай мне веер, Понсия. Возьмите мой. Такой веер не дают вдове. Черный принеси. Научись соблюдать траур и уважать память отца. Пожалуйста, черный. А ты? Мне не нужно. Возьми другой. В моем доме траур, и я буду соблюдать его. Даже дуновению ветерка не позволю проникнуть сквозь стены. Можете считать, что все окна и двери плотно заложены кирпичом. Так было в доме моего отца, так было в доме моего деда. А пока готовьте себе приданое, простыни, рубашки. Магдалена для вас их вышьет. Да, матушка, если вы прикажете. Не вышивай, обойдемся. Зато твои будут самые красивые. Не хочу вышивать. Ни свои, ни ваши. Я все равно никогда не выйду замуж. Лучше таскать мешки с мукой, чем просидеть взаперти всю свою жизнь в душной комнате и не видеть света Божьего. На то ты и женщина, чтобы сидеть взаперти. Будь проклят тот день, когда я родилась женщиной. Здесь моя воля, дочка. Теперь не побежишь к отцу жаловаться. Женщине иголки с нитками, мужчине сбруя и кнут. Так издавна повелось у людей с достатком. Пойду немного отдохну. А где Ангустиас? Я видела ее у калитки. Мужчины только что ушли. А ты что делала во дворе? Ходила смотреть, снеслась ли курица. У калитки? Ведь мужчины ушли. За забором еще стояли. Ангустиас! Ангустиас! Матушка, что угодно. Где была? На кого смотрела? Я? Я ни на кого не смотрела. Я спрашиваю, на кого?
Ни на кого, матушка, клянусь. Неужели ты думаешь, что достойной девушке из почтенного дома в день похорон приличествует бегать за мужчинами? На кого смотрела, негодная? Я не смотрела ни на кого. Дрянь, Бернарда! Вон отсюда! Успокойся. Все вон! По неразумию она. Однако верно, нехорошо это. Мне уже не понравилось то, что она вышла к калитке. Потом долго стояла у окна, слушала, как мужчины разговаривали. А разговор у них такой, что девушке его слушать ни к чему. Для того они и на поминки ходят, чтобы вести такие разговоры. А о чем они говорили? Ну? Да про пакету розу. Что же? Мужа вчера привязали к яслям. Ее посадили на круп коня и умчали в оливковую рощу. А она? Ну, она была очень довольна. Ехала гордо, грудь вперед выпятила. Максимилиану обхватил ее обеими руками, как гитару. Страсти какие, бог мой! А потом что было? Чему быть, того не миновать. Вернулись под утро, у Пакиты розы волосы распущены по плечам, на голове венок. Ай-яй-яй, у нас только она одна в деревне такая. Потому что не здешняя, говорят, она издалека. И мужчины, которые ее увезли, тоже пришлые. У нас в деревне люди смирные. Смирный, и хлебом не корми, только дай на что-нибудь неприличное поглазеть, да языки почесать. Чего они только там не болтали? Да? Совестно. Ну, а моей дочке совестно было? Ей совестно. Вот уж нет. Она пошла в своих теток. Тихони были, молчуни, чуть что краснели, а приказчик какой-нибудь шепнет им словечко, сразу уши развесят. Противные рожи. Сколько мучений нужно претерпеть, сколько сил положить, чтобы вырастить дочерей приличными женщинами, чтобы не дрожать каждую минуту, что они сбегут с каким-нибудь проходимцем. Да что говорить, дочки у тебя давно на выданье, и они еще мало с тобой воюют. Ведь Ангустиас, поди за 30. Уже 39. И никогда ни с кем не гуляла? Ни одна из них не гуляла. Зачем им гулять? Хорошо и так. Я тебя обидеть не хотела. Нет такого мужчины в округе, которому бы я отдала хоть одну из своих дочерей. Здешние мужчины им не пара. Не хочешь же ты, чтобы я выдала их за батраков? Попытай счастье в другой деревне. Ну да, продать их. Да нет, Бернардо, уехать отсюда и выдать их замуж. Правда, в другом месте они бы считались бедными. Прикуси язык. Хорошо, вот и поговорили с тобой. Словно мы не свои люди. Чужие мы с тобой. Ты мне служишь, я тебе плачу и конец. Иди. Убери вещи покойного. Может, что-нибудь отдать бедным? Ничего. Пришел Дон Артурио, хозяйка, насчет наследства. Пусть войдет. Пожалуйте. Займитесь делом. С тобой это обходится хорошо. 30 лет, ем ее объедки. Не сплю по ночам, когда заболевает. Днем через щелки подглядываю за соседями. И обо всем ей докладываю. Живем одной жизнью, ничего не скрываю. И все-таки будь она проклята. Полно тебе. Но я хорошая собака.
Велят лаю, велят кусаю поберушек за пятки. Сыновья мои работают на ее земле, оба уже женаты. Но когда-нибудь мое терпение все-таки лопнет. И тогда? Тогда я запрусь в ее комнате и буду плевать в лицо. Тьфу, Бернарда! Это тебе за все! Тьфу, Бернарда! Ты приняла лекарство? Разве оно поможет? Но ты приняла? Я все делаю, как заведенная. С тех пор, как к нам стал ходить новый доктор, ты вроде бы приободрилась. А чувствую себя ничуть не лучше. Аделаида не была на похоронах, ты заметила? Я знала, что она не придет. Жених не дает ей носа на улицу показать. Раньше она была веселая, а сейчас даже кудриться перестала. Да, вот и не знаю, что лучше, иметь жениха или оставаться одинокой. Это все равно. А по-моему, виноваты сплетни. Никому в деревне от них нет покоя. Сколько бедной Аделаиде пришлось вытерпеть. А нашей матери она боится больше всего. Только Бернарда знает, каким путем разбогател ее папаша. Стоит бедной Аделаиде переступить порог нашего дома, мать начинает терзать ее разными ядовитыми намеками. Ой. Говорят, ее отец на Кубе убил состоятельного человека и женился на его вдове. Привез ее сюда и бросил. И завел себе другую. У той была дочь от первого брака. Когда девочка подросла, он с ней сошелся. Это и была мать Аделаиды. А вторая его жена, то есть Аделаидина бабушка, сошла с ума и умерла. Почему этого подлеца не упрятали в тюрьму? Потому что все мужчины одинаковы. Друг друга покрывают, вот никто выдавать и не захотел. Но ведь Аделаида во всем этом не виновата. Да, но все повторяется на этом свете. И ее, верно, ждет та же судьба, что ее мать и бабушку, которые обе были женами ее отца. Было бы самое лучшее мужчин не видеть совсем. Почему-то я их с детства боялась. Но Бог меня создал больной, и мужчинам не к чему было смотреть в мою сторону. А Энрико Уманос, ты ему очень нравилась? Выдумки, чепуха это. Как-то раз я целую ночь стояла в одной рубашке у окна, потому что он передал, что придет, и не пришел. А потом женился на другой. Побогаче. Ну, эта богачка страшна, словно черт. Ну и пусть, разве это важно? Им надо, чтобы была земля и скот. А жена, как покорная собака, чтобы вовремя подавала обед. Что здесь у вас? Ничего. Ты где была? Так, бродила. У тебя развязался шнурок.
Ну и пусть. Наступишь, упадешь, убьешься. Что ж, одной дурочкой будет меньше. А где Отелло? Надела новое платье, то, что я ей шила к дню рождения. Выбежала на скотный двор и давай кричать. Курочки, посмотрите, посмотрите на меня, курочки. Я чуть со смеху не померла. Матушка ее не видела. Она среди нас самая младшая, надеется на что-то. Хотелось бы мне видеть ее счастливой. Девочки, который час? Должно быть два. Уже два? Если не больше. Неужели? Спасибо. Вы уже все знаете? Нет. Нет? Неправда. О чем ты? Я не понимаю. Не притворяйся, вы отлично знаете. Все время шушукаетесь между собой. Мне, небось, не скажете ни слова. Ничего, мы новости и без вас узнаем. По всей деревне болтовня идет, что Пеппа римлянин Ангустия скоро поженится. Вчера вечером он кружил возле нашего дома. Может быть, и правда, свата пришлет. Я рада. Он парень хороший. Вот и слава богу. Ангустия повезло. Не притворяйтесь, ничуть вы не рады. Не выдумывай. Если б ему понравилась сама Ангустиас, и я была бы рада. Здесь другое. Он женится на Ангустиас без любви. Попросту хочет ее денежки прибрать к рукам. Хоть Ангустиас и наша сестра, но здесь мы люди свои, можем говорить то, что думаем. Она уже не очень молодая и хворая. И тощая, как палка. Щуку напоминает. Она и в 20 лет была нехороша, а сейчас-то... Да что там? Ты так не говори. Порой счастье приходит к тому, кто его совсем не ждет. Уж если на то пошло, сестра права. У Ангустиас есть деньги. В нашей семье она богаче всех. Вот он к ней сватается. Пеппе римлянину 30 лет. Он самый видный парень здесь, высокий, красивый. Добро бы посватался к тебе, Амелия. Или к нашей Аделе. Выбрал самую серую. Да еще и гнусавую, как ее тетки. А может, она ему нравится? Терпеть не могу, когда ты притворяешься. Ой, избави меня, Боже. Ну что, покрасовалась перед курами? А чем мне еще заняться? Увидела бы тебя мать, уши бы надрала. Я так радовалась этому платью. Думала, надену, когда пойдем на гуляние. Видно, не суждено. Правда красивые? Очень красивые. И как оно мне идет? Самое красивое платье. Изо всех, что шила Магдалена. Куры остались довольны? Очень. Даже преподнесли благодарность блоху. Лучше покрась его в черный цвет. Или отдай Ангустиас, она его наденет в день свадьбы с Пеппе. Как? Значит, Пеппе, ты разве не слыхала? Нет. Ну что ж, теперь ты знаешь. Не может быть. С деньгами все может быть. Вот почему она на него смотрела. Через щелку в заборе. И он способен. Мужчины способны на все. О чем ты думаешь? Думаю о том, что мне в мои 20 лет этот траур соблюдать нестерпимо. Привыкнешь. Не хочу привыкать. Не хочу сидеть в заперти. Не хочу пожелтеть, зачахнуть, как вы в этих комнатах. Вот надену новое платье и пойду гулять. Хочу на воздух. Как убивается по отцу. У всех у нас одна судьба. По улице идет Пеппе. Пойдем посмотрим. Ты не идешь? Зачем это? Когда он завернет за угол, из твоего окна будет хорошо видно. Thank you.
Смотрите, мне неинтересно. Понсия, проводи гостя. Пожалуйте, сеньор. Проводи. Сколько денег достанется Ангустес? Воля покойного. Остальные-то гораздо меньше. Да? Да. Воля покойного. Прошу не напоминать мне об этом. Ангустес! Матушка? Матушка, что угодно? Что я вижу? Дочь в эти скорбные дни напудрилась? Стыд какой. Но покойный не был моим отцом. Мой родной отец давно умер. Разве вы забыли? Да, он был отцом твоих сестер. Притом сделал для тебя больше, чем родной отец. Ты ему всем обязана. Богатой невестой ты теперь стала благодаря ему. Приличие погоревала. Из уважения к этому дому. Матушка. Отпустите меня погулять. Что? Очень прошу. На часок, самый большой. Что такое? Умоляю. Сначала оботри лицо свое, вот. Угу. Куда? Притворщица. Подлиза. Вся в теток. Теперь иди. Что происходит? Ничего. Если разговор о наследстве, то деньги к деньгам. Ты самая богатая у нас. Забирай все. Отвяжись. Воля моя над вами. Ясно? И не спорить со мной. Пока меня не вынесут вперед ногами, я командую в доме. Бернардо, уж больно ты строга. Я вам ничего не оставлю из своих вещей. Ничего не оставлю. Ни браслетов, ни муарового платья. Потому что никто из вас не выйдет замуж. Никто из вас. Нет, не выйдет замуж, не выйдет. Нет. Бернардо, дай мое жемчужное ожерелье. Ах, успокойся. Не могу. Я бежала потому, что хочу выйти замуж. За красавца. Он живет на теплом озере, а здесь мужчины избегают женщин. Не замолчу, потому что все эти девицы мечтают о свадьбах. Они сходят с ума. Я не могу на них смотреть. Я хочу выйти замуж. Отпусти меня, Бернардо. Заприте ее. Бернардо, отпусти меня. Отпусти меня. Отпусти Бернардо. Отпусти меня. Отпусти меня на взморье. Я там выйду замуж. Отпусти меня, Бернардо. Уберите ее.
Это будет третья простыня. Да, для Амели. Инициалы Пепе вышить, Ангустиас? Нет. Адела! Адела, где ты? Она еще не выходила из своей комнаты. С ней творится что-то неладное. Места себе не находит. С нами творится то же самое. Ангустиас исключение. Мне очень хорошо. А кто завидует, пусть умрет от зависти. Что и говорить. Ты всегда славилась деликатным обхождением и очаровательной внешностью. Слава Всевышнему. Скоро я выберусь из этого ада. Как знать, может, и не вырвешься. Перестаньте. Пусть себе говорит. Всем известно. Не родись красивой, а родись счастливой. Мили, мили. Слушай, Ангустиас, что он говорил, когда первый раз пришел? Так, ничего. Поболтали о том, о сём. Удивительно. Люди еще вчера были незнакомы, а сегодня уже они обручены. И он приходит вечерами к ней под окошко разговаривать. По-моему, ничего удивительного. Мне было бы как-то неловко. Почему? Если мужчина идет под окно к девушке, значит, ему хорошо известно через всяких кумушек, что здесь ему не откажут. Он сделал предложение? Ну, конечно. Он сказал мне, что я у него уже давно на примете. Что ему нужна красивая и скромная жена. И что мы могли бы пожениться, если я ничего не имею против. Мне было бы стыдно слушать. Мне тоже стыдно. Но через это нужно пройти. А еще? Что еще? Много чего. Он один ведь говорил. А ты? Я не могла. У меня замерло сердце. Что-то застряло в горле. Я первый раз разговаривала с мужчиной в такое время с глазу на глаз. Да еще с таким красивым мужчиной. Это правда. Он красив. Верно. Ничего-ничего. Привыкнешь. Будешь и разговаривать, и брать за руку. Это уж так. Когда мой веристо кургузый первый раз пришел ко мне под окно. Что же? Ночь была очень темная. Вижу, он подходит и говорит: добрый вечер. Я тоже говорю: добрый вечер. И после этих моих слов он добрых полчаса ничего не говорит. Я от страху потом обливалась, а он подошел совсем близко, словно через решетку хочет перелезть. И говорит: тихо-тихо. Да я тебя пощекочу. Мне показалось, матушка идет. Уж она задала бы нам перцу. После-то он смирный был. Особо ко мне не приставал. До самой смерти щеглами занимался. Разводил себе птичек и был доволен. Каждой невесте не мешает знать, что муж через 2 недели после свадьбы меняет брачную постель на стол с закусками. А потом этот стол на трактирную стойку. Не стерпит, которая так изведет себя понапрасну. Понсио, ты, говорят, била его. Да еще как. Вот бы все женщины так. Сказал он мне что-то. Так я схватила скалку и всех щеглов ему перебила. Адела! Адела, намотай себе на ус! Адела, где ты там? Пойду посмотрю, что с ней. Мартирия, что она делает по ночам? Понятия не имею. Но ведь ты спишь в соседней комнате. Ее гложет зависть. Полно тебе. Я это заметила по глазам. Она смотрит, как сумасшедшая. В доме повешенного Ангустиас. Не говорят о веревке. Что с тобой? Не здоровится мне. Ты, может, не выспалась? Да. Почему? Оставь меня в покое. Выспалась, не твое дело. Что ты привязалась ко мне? Господи, я делаю с собой, что хочу. Мне жаль тебя.
А может, ты умираешь от любопытства? Ты шила, верно? Иди шей! Как бы я хотела стать невидимкой. По крайней мере, ходила бы спокойно по дому, и никто бы не спрашивал, Адена, куда я иду. Пришел торговец с кружевами. Не смотри на меня так. Не смотри, слышишь? Хочешь, я подарю тебе мою прямую спину? Мои ясные глаза. Возьму твой горб, твои мутные гляделки. Только никогда не смотри на меня так. Отворачивайся, когда я прохожу мимо, слышишь? Эх ты. Как же тебе несовестно, сестре, которая больше всех тебя любит. Ходит за мной по пятам, дышать спокойно не дает. Заходит ко мне в комнату, смотрит, сплю или нет. И все твердит, какая ты хорошая да ладная. Обидно, что не достанешься никому. Достанусь тому, кого полюблю. Пепе, да? Да ты что? Попусту не буду говорить, Адела. Молчи. Думаешь, я не замечаю? Говори потише. Не думай о нем. Что ты можешь знать? Старухи сквозь стены видят. Куда ты ходишь по ночам? Чтоб ты ослепла. Когда нужно, у меня и на спине глаза. Что ты задумала, понять не могу. Пепе второй раз приезжал к Ангустиас, а после стоял у твоего окна. Неправда. Подумай о том, что делаешь. Не маленькая ты, оставь в покое сестру. Пепе тебе по сердцу пришелся. Ничего, терпи. Да и кто тебе сказал, что ты не сможешь за него выйти? Ангустия женщина хилая, на первых родов не выдержит, помяни мое слово. Она умрет, и Пепе поступит, как все вдовцы здесь поступают. Женится на самой молодой и красивой, а ведь это ты у нас самая молодая и красивая. Вот и терпи. А пока хочешь, не хочешь, забудь его. Не иди против людей и против Бога. Замолчи. Не замолчу. Зверя подколодная. Буду как тень за тобой ходить. Вместо того, чтобы за домом следить, ты как свинья роешься в грязи, чтобы найти там что-нибудь и насладиться. Я слежу за домом и не хочу, чтобы люди плевали на его порог. Что ты вдруг полюбила мою сестру? Позора боюсь. Никого из вас не люблю, но хочу жить в приличном доме. Не нужно меня уговаривать. Поздно. Я горю в огне, и чтобы погасить его, не только через тебя, через мать родную переступлю. Что ты знаешь обо мне? Что я запираюсь в комнате, не открывая никому, что не сплю по ночам, все равно обману. Не выводи меня из терпения, Адела. Не то я шум подниму. Стану во все колокола звонить. На улицах все фонари зажгу. Можешь принести 1000 свечей, подпалить во всех сараях солом. А чему быть, того не миновать. Ты его так полюбила. Да. Смотрю в глаза и чувствую, будто его кровь в мое тело переливается. Ой. Слушать тебя не могу, непутевая. Ничего, послушаешь. Когда-то я тебя боялась. Сейчас не боюсь. Я сильнее тебя. Все спорите, да? Как же с ней не поспорить? Она в такую жару гонит меня в лавку. Ты мне купила духи? Купила самые дорогие, и пудру тоже. Все у тебя на столе. Ни звука никому. Там видно будет. Ангустия с кружева купила на простыни к свадьбе. Чудо. Очень красивый. А эти кому? Мне на сорочке. У тебя появилось желание покупать кружева? Да. Если бы я была богата, я бы носила белье из голландского полотна и сама бы на него любовалась. Да. Я-то никого не собираюсь завлекать. Эти кружева хороши на детские чепчики. На покрывальце, в котором малыша понесут в церковь крестить. Моих-то ребят я в кружева не наряжала. А вот Ангустия своих будет рядить.
Пойдут у них дети, вам придется день и ночь за шитьем сидеть. Я ни одного стежка не сделаю. Охота была возиться с сопливой мелюзгой. Наши соседки совсем с ног сбились. Жизни не видят, только бы вырастить своих четверых уродцев. Они счастливее, чем вы. Они хоть засмеются или поплачут. Ну и иди к ним в прислуги. Нет. Я до самой смерти, верно, в этом монастыре проживу. Мужчины возвращаются на поле. Да, уже 3 часа. Солнце так и печет. Небось, тяжело работать в такую жару. Как бы мне хотелось на заре выходить в поле. Каждому свое предназначение. Да. Как же хорошо в поле сейчас, а? Какая чудесная песня. Как поют. Палит солнце огнем, а они все равно поют. Пошла бы я жать, только б не сидеть, сложа руки. За делом забываешь то, что гложет. Что тебе забывать? У каждого своя боль. Здоровый, веселый парень. Все как на подбор. Откуда они? Издалека. Огонь, ребята. Смуглые все, прямые, будто молодые кипарисы. Хохочут, как черти, камни кидают. Какую-то девку вчера в деревню занесло. Платье все сплошь блестками усыпано. Она плясала под гитару. Ну, человек 15 жнецов столковали с ней, давали в квою рощу и увезли. Я у колодца стояла, все видела. А договаривался-то один парень высокого роста. Пояс туго затянут. Стоит, как хороший сноб. Вот так-то бывает. Быть не может. Не поверю. Несколько лет назад сюда уже приходила Таковская. Я сама своему старшему денег дала, чтобы он с ней поладил. Мужчинам это необходимо. Не все позволено. Это сущее наказание, родиться женщиной. Даже глаза наши не смеют смотреть, куда им вздумается. Сейчас за угол свернут, как бы вас не заметили. Пойдем, из моего окна посмотрим. Господи, что с тобой? Да что с тобой, Мартирио? От жары разморила. Поскорее бы пришла осень, дождь бы пошел. Лил бы, не переставая. Пусть бы все покрылось инеем. Пусть бы даже выпал снег. Ой, ой, все что угодно. Только не это лето, которому нет конца. Лето пройдет. И наступит снова. Вчера ты поздно уснула? Не помню, я ведь сплю как убитая. А что? По-моему, кто-то ходил под окном. Когда? Уже было поздно. Ты не испугалась? Я слышу это которую ночь. Наверное, это были подъемщики. Подъемщики приходят в 6. Может, необъезженная кобылка балуется? Да, необъезженная кобылка. Надо сказать, что последили. Никому ничего не говори. Мне почудилось. Хорошо, будь по-твоему. Амелия! Что? Ничего. Зачем же ты меня позвала? Не знаю сама. Так? Ты бы прилегла. Матушка! Кто взял портрет? Кто взял? Матушка! 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 Сознавайтесь, кто из вас взял портрет Пеппа? Он лежал у меня под подушкой. Кто его взял? Никто. Исчез из-под подушки. Кому он нужен? Но все-таки его нет. Мы не брали твой портрет. Можно подумать, что это образ святого Бартоломео. Где портрет?
Какой портрет? Вы взяли, я знаю. Как тебе не стыдно так говорить? Он был у меня в комнате и исчез. Может, среди ночи вышел погулять? Оставь свои шуточки. Пепе любит ночные прогулки. Когда он придет, я ему все расскажу. Найдется твоя пропажа, не шуми. Украли портрет моего жениха. Не знаю, кто взял, только не я. Идет. Что за скандал в моем доме? Жара вас, что ли, с ума свела? В чем дело? У меня украли портрет моего жениха. Кто? Они, вот. Обыщи спальни, Понция. Посмотри в постели. Ты уверена, что портрет пропал? Уверена, матушка. Ты хорошо искала? Хорошо, очень-очень хорошо. Все перерыла. Говорите, кто украл. Кто из вас? Повторяю. Кто? Почувствовали волю. Я вас научу, как себя вести. Нашла? Ой, ой, ой. Где? Ой. Ну, там. Где? Говори, не бойся. У мартирия под матрасом. Ой. Это верно? Верно. Матушка, не бейте ее! Не бейте ее, матушка! Мало. Не смейте бить! Дрянь! Отдайте ей ее сокровище и оставьте меня. Оставьте ее! Прошу вас, оставьте ее! Слезинки не проронила бесчувственная! Не буду я плакать для вашего удовольствия. Не буду. Зачем взяла портрет? Шутку! Неужели не дозволено подшутить? Шутка тут ни при чем. Ты совсем не любишь шутить. Это что-то другое, то, что давно лежало у тебя на сердце, а теперь вырвалось. Ты молчи, лучше будет, если я промолчу. А то могут покраснеть стены от моих слов. Злой язык ничем не побрезгует. Аделла! Они рехнулись. Кроме пакости, ничего на уме. Но мы только говорим о другие. Разве я виновата, что Пеппа выбрал меня? Деньги он выбрал. И твои земли, угодья твои. Замолчите! Распустились. Я еще не так стара. У меня сил довольно. Я сумею вас в бараний рог согнуть всех. Убирайтесь отсюда. Вон! Нужно крепко зажать их в кулак. Бернардо, помни, это долг твой. Жаль, что ты все слышала, Понси. Плохо, когда чужой человек знает о твоих делах. Ну, что было, то было. Ангустиас надо выдать замуж. Конечно. Лучше ее поскорее сплавить отсюда. Не ее, его. Пожалуй. Только захочет ли он убраться отсюда? Что за вздор? Женится-то он на Ангустиас. Говори, что у тебя на уме. Камень за пазухой держишь. Разве предупредить человека значит бросить в него камень? О чем предупредить? Раскрой глаза, увидишь. Что увижу? Ты всегда была умна, замечала, что у кого в доме неладно. Я думала, любого человека ты видишь насквозь. А со своими детьми ты как оплошала, словно слепая. На мартирио намекаешь? Ну, на мартирио. Зачем она взяла портрет?
Подшутить вздумал над сестрой. Зачем же еще? Ты уверена? Уверена, иначе не могло быть. Всякому свое, мило. Подумай, что бы ты сказала, если бы это была не твоя дочка, а соседей. Ты уже вынимаешь из-за пазухи камень. Бернардо, у тебя в доме неладно. Не хочу тебя винить, но почему ты держишь дочек в заперти? Мартирия влюбчива, чего скрывать? Отдала бы ее за Энрико Уманоса. Почему в тот день, когда он собирался ее сватать, ты велела передать, чтобы не приходил? Да хоть бы он 100 раз сватался. Я не породнюсь с Уманосами, потому что их отец был батраком. Уж очень ты загордилась. Загордилась, потому что есть чем. Я не ты. Кто твоя мать, помнишь? Я стара. Эти меня не попрекай. А что ты пригрела меня, я помню. Не похоже. Мартирию это пройдет. А если не пройдет, будет хуже для нее. Неладно у тебя в доме, Бернардо. В моем доме все в порядке. Ты хочешь, чтобы было плохо, да? Вот что я скажу. Даже если когда что и случится, за стены моего дома это не выйдет. Может и так. Только в нашей деревне люди и сквозь стены видят. Вижу я, о чем ты думаешь. Небось, была бы счастлива, если бы мои дочери в непотребный дом попали. Никому судьба неизвестна. Мне известно. Судьба дочерей. Непотребный дом не для них. Я-то помню одну женщину, которой туда была дорога. Правда, она умерла. Бернардо, пощади память моей матери. А ты душу мне не тревожь своим карканьем! Не скажу больше ни слова, ни во что не буду вмешиваться. Не мое дело. Вот так-то лучше. Ты должна молчать и работать. Я плачу. Помни, кто ты. Благодарю Господа. Все мои дочери почитают меня и из моей воли не выйдут. Отобьются от рук, если ослабить поводья. Ничего, я у них отобью охоту своевольничать. Ты не слаба, что и говорить. Да, я еще никому спуску не давала. Странные дела на свете творятся. Ангустио свои годы так влюбилась. Да и Пеппи, видать, забрало. Мой сын мне вчера говорил, что в 4:30 утра, когда он гнал валов по нашей улице, Пеппи еще стоял у ее окна. Она врет. Мне так сказали. А ты что скажешь? Это неправда, поверьте. Пеппи уже целую неделю уезжает в час. Убей меня, Бог, если вру. И я в 5 часов слышала, как он уезжал. И видела своими глазами? Нет, мне было неловко выглядывать. Они ведь разговаривают через окно, которое выходит в переулок. Нет, мы разговариваем через окно моей спальни. Значит? Что за вздор? Разузнай. Одно верно, в 4:30 Пеппи стоял под одним из окон твоего дома. Ты знаешь наверняка? В нашей жизни ничего нельзя знать наверняка. Не верьте, матушка! Не верьте им! Они хотят погубить нас! Не верьте! Не верьте, умоляю! Матушка, не слушайте злых людей! Матушка, не слушайте их! Да, нужно смотреть в оба. Имею я право знать, в чем дело. Ты имеешь право повиноваться и молчать. Без моего ведома здесь больше шагу никто не ступит. Что там еще? Пойди узнай, в чем дело. На улице народ толпится, соседи стоят в дверях, говорят, дочь Лебарда неизвестно с кем прижила ребенка. Ребенка? Да. Куда вы? Забыли, что в доме траур? А впрочем, вступайте. Узнайте, в чем дело. Ступайте же. Ну, кому говорю?
Я тоже иду. Она задушила ребенка и засыпала камнями. А собаки не такие бессердечные, как некоторые люди. Откопали его и притащили к ее порогу. Вот уж истинно перст Божий! Так убейте ее! Не убивайте ее! Не убивайте! Нет! Убейте! Задушите, пока не пришла полиция! Ждите ее! Убейте ее! Растерзайте грешницу, бейте ее! Не надо! Бернарда! Бернарда! Аделу уведи! Адела! Адела! Оставь! Нет! Нет! Тише ты, тише! Долго не продержишься. Ой, не хотела. Я какой-то силы толкнула. Вырву его из твоих объятий. Вырву его. Бернарда, ты не думаешь, что Пепе лучше было бы жениться на Мартирио? Ну, или на Аделе? Нет, не думаю. Адела. Адела самая подходящая для Пепе жена. Не все в жизни, к сожалению, устраивается так, как мы того хотим. Жизнь все равно свое возьмет. Чтоб Пепе женился на Ангустиас, я не хочу. Люди добрые не хотят, солнце красное не хочет. Кто знает, как все обернется. Слушать тебя не хочу, не трави мне душу, не то тебе не поздоровится. Спасибо. Пойду, и так засиделась. Посиди, куда спешишь? Уже отзвонили к вечерне? Нет еще. Как поживает твой муж? Все так же. Почему он к нам не заходит? Ты знаешь, какой у него нрав. С тех пор, как поссорились из-за наследства с братьями, к двери на улицу еще ни разу не подошел. Выносит лестницу во двор. Через стену перелезает и за дами уходит. Настоящий мужчина. Ну, а с дочерью как? Так и не простил. Правильно поступает. Как тебе сказать, я из-за этого мучаюсь. Дочь, которая ослушалась отца, уже не дочь, а враг в доме. Я уже на все махнула рукой. У меня теперь одно утешение – молитва. Да скоро этого лишусь. Не смогу в церковь ходить, я ведь слепну. Что это? Племенной жеребец. Заперли в загоне. Колотит в стену. А, ты ему новую кобылу приведешь. Взнуздай его и выпусти. От жары бесится. Кобыла ему нужна. Получит завтра на рассвете. Хороший у тебя скот, Бернардо. Хороший. Неплохой. Денег стоит много. Да еще хлопот с ним не оберешься. Ничего, зато такого скота во всей округе днем с огнем не сыщешь. Сыру, меду. Спасибо, не хочется. Боже мой, что это? Сколько раз повторять? Выпустите его! Пусть поваляется на соломе. Кобыл заприте в стойлах, а он пусть гуляет. Все стены сломает. Ой, что за жизнь. Он требует своего, как настоящий мужчина. Куда? Пить хочу. Пусть принесут кувшин холодной воды. Сядь и жди.
Когда свадьба, Ангустиас? Через 3 дня помолвка. Ты, наверное, довольна? Конечно. Он уже подарил тебе кольцо? Да. Вот оно. Вот. А! Ты соль просыпала, не к добру. Хуже, чем теперь, быть не может. Прикуси язык. Все равно не к добру. Чудесное кольцо. 3 жемчужины. В мое время говорили, что жемчуг означает слезы. Но теперь все изменилось. А по-моему, ничего не изменилось. Я думаю, что обычаи и приметы не меняются. Невесте всегда дарили бриллиантовое кольцо. Конечно, бриллианты больше подходят. С жемчугом ли, с бриллиантами ли, все равно. Все от человека зависит. Человек предполагает, Бог располагает. Говорят, вы роскошную мебель купили. Я заплатила за нее 16 тысяч реалов. Лучше всего зеркальный шкаф. Да, я нигде не видела такого шкафа. А когда-то мы вещи хранили в сундуках. Важно, чтобы все это было к добру. Никто не знает, что будет. Во всяком случае, человек не должен ждать плохого. Я пошла, наведаюсь еще. Хочу приданное посмотреть. В любой день заходите, прошу. До свидания, храни вас Бог. Храни вас Бог. Храни вас Бог. Поужинали, поблагодарим Бога. Матушка, можно я пойду подышу воздухом? Я с тобой. Я тоже. Не потеряюсь. Ну, один в поле не воин. Как темно. Хорошая ночь для воров и для тех, кто ищет, где спрятаться. Какой красивый. Звезды на небе такие ясные. И шею свернешь. А ты звезды не любишь? Что выше потолка меня не интересует. Я довольствуюсь тем, что происходит в нашем доме. Да, тебя только это интересует. Скоро ты уедешь отсюда. Наверное. Уже поздно. В котором часу вы вчера расстались? В 1:30. Как дела у Пепе? Он сам не свой. Говорит со мной, а сам будто о чем-то другом думает. Когда я спрашиваю, что с ним, отвечает: у нас мужчин свои заботы. А ты не спрашивай. А выйдешь замуж, так и вовсе поменьше говори. Отвечай, когда он тебя спрашивает. Смотри на него, когда он на тебя смотрит. Тогда все гладко пойдет. Мне думается, он от меня что-то скрывает. Не старайся узнать, не выпытывай. А главное, чтоб он слез твоих не видел. Я ведь должна быть счастлива, а счастливой себя не чувствую. Ничего. Я порой смотрю на Пеппа сквозь оконную решетку. Всматриваюсь, а он точно в тумане. Это у тебя слабость. Хорошо, если так. Он сегодня придет? Нет. Поехал в город. Тогда пораньше ляжем спать. Магдалена? Она спит. С
Спокойной ночи, матушка. Спокойной ночи. Ты идешь спать? Да. Пеппа не придет. Матушка, почему, когда падает звезда или сверкает молния, люди говорят? Святая Барбара благословенная, святой водой окропленная, на небеса вознесенная. М? Раньше знали много такого, что теперь позабыли. Я, когда падает звезда, закрываю глаза. А я нет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Какая ночь, я бы до рассвета просидела у окошка. Ну что ж, спокойной ночи. Магдалена. Оставьте меня. Пора в постель. Она уже видит сон. Поспать не дадут. А почему сегодня к Ангустиас не приедет жених? Он уехал в город. А, до завтра. Спокойной ночи. Ты здесь? Наслаждаюсь тишиной. И все еще не вижу, что же неладно в моем доме. Оставим этот разговор. В этом доме никто шагу не сделает, без того, чтоб я не узнала. Дочери твои сидят, не шелохнутся, словно в клетке. А чем они дышат, неизвестно. Мои дочки дышат спокойно. Хорошо, если так. Твоя забота, ты мать. А мое дело маленькое. Я здесь прислуга, и больше ничего. Теперь ты стала тихоня. А мне что? Я свое дело делаю и спокойно. Да нет, тебе просто сказать нечего. Если бы у нас на полу трава росла, ты бы со всего околотка пригнала овец. Я про твои дела знаю куда больше, чем ты думаешь. Да помалкиваю. А твой сын не встречал больше Пеппе в 5 часов утра? Что тебе еще рассказывали страшного об этом доме? Ничего. Не рассказывают, потому что нечего. Бернардо, не доверяй никому. Я только самой себе доверяю. Я посуду вымыла. Прикажете еще что-нибудь? Ничего. Устала. Спать лягу. В котором часу разбудить? Не буди совсем. Собираюсь выспаться как следует. Из-за гордости своей повязку на глаза надела. Пыталась я беду отвести, да больно меня пугают. В каждой комнате собирается гроза. Но когда разразится непогода, она нас всех сметет. Я ведь делала, что могла. Больше пальцем не пошевельну. Бернардо думает, что она всех сильнее, да забывает,
что у нее дом полон незамужних баб, а мужчина только один. Тут не один Пеппа виноват. Правда, он целый год не сводил с Аделы глаз, ходил за ней по пятам. Теперь бы надо успокоиться. Да с мужчиной что взять? Как бы беды не было. Хотела бы я очутиться за 3-9 земель от этого недоброго дома. Бернардо, спеши со свадьбой, может, ничего не случится. Аделла решилась на все, а сестры следят за ней неусыпно. Мартирио тоже. Это хуже всех. Знает, что Пеппа не про ее честь, землю готова грызть от злости. Вот злыня. Женщины без мужчин, вот в чем беда. Да что говорить. Тут родную кровь забудешь. Тише. Ты еще не легла? Пить хочу. А я думала, ты давно спишь. От жажды проснулась. А вы что не спите? Сейчас ляжем. Ага. Идем. Слава богу, мы отдых заработали. Возьми лампу. Собаки прямо ошалели. Заснуть не дадут. Мартирио, Мартирио, подойди ко мне. Подойди, Мартирио. Ты, Мартирио, я узнала. Мартирио, когда у тебя будет ребенок, когда ты будешь рожать. Вот я родила, видишь, малыша. Откуда у вас кролик? Я и без тебя знаю, что это кролик. Но он все-таки мой ребенок. Да, мой ребенок. По-моему, лучше родить кролика, чем ничего. Мартирио, ты думаешь, раз у меня белые волосы, я не могу родить ребенка. Могу. Тише. Правда. Могу. Бабушка, Мартирио. Тише. Тише. У меня будет ребенок, и у него тоже будет ребенок. Маленький ребенок. И у нас у всех будут белые волосы, как пена. Услышь. Мы все будем волнами. Ой, одна волна. Вторая. Не так громко, ради бога. Потише. Потом мы все сядем, и наши волосы смешаются с пеной. Нет ни пены, нет волос. Темно здесь. Нет морской пены. Успокойтесь. Темные платья. Темные. Ой! Бернардо. Бернардо похоже на сову. Мартирио, выпусти меня на улицу. Нет, я хочу на улицу, но боюсь, что собаки меня покусают. Выскочат из ворот, набросятся на меня и покусают. Я хочу видеть дома, которые не закрываются, где матери спят со своими детьми. Своими детьми. Улягутся вместе и спят совсем спокойно, спят. Только мужчины гуляют или сидят у своего порога. Мартирио, отпусти, прошу тебя, отпусти на улицу. Ступайте. Я пойду Ступайте. На улицу. Разбойник Пеппи. Молчите. Вы все в него влюблены, и он вас погубит, потому что вы мокрые курицы. Мокрые курицы, курицы. Молчите.
еще не спишь? Оставь его. Не место порядочной девушки рядом с ним. Ты бы с радостью заняла это место. Так дальше продолжаться не может. Это только начало. У меня хватит сил на то, что тебе не по плечу. Он в этот дом не за тобой пришел. Ты на дороге встала. Знаю, он пришел за деньгами. Он женится на Августе. Ты же знаешь, он не любит ее. Знаю. Знаешь, потому что ты сама видишь, как он любит меня. Да. Мартирио, он любит меня. Он любит меня. Но не повторяй. Все равно он любит меня. Хочешь, вонзи мне нож в сердце. Почему? Только не повторяй. А, понимаю. Пусть обнимает нелюбимую. Пусть 100 лет поживет с Августе. Только бы не обнимал меня. Для тебя это нож жесткий, потому что ты тоже любишь его. Да, да, люблю его. Дай сказать мне громко. Пусть потом лопнет сердце. Мне все равно люблю. Мартирио, Мартирио, моей вины в этом нет. Я не виновата, я не виновата. Не прикасайся ко мне, я тебя ненавижу. Мы с тобой чужие теперь. Ты не сестра мне, ты только женщина и моя соперница. Ничем тут не поможешь. Пепе мой. Я каждую ночь обнимаюсь с ним в камышах. Замолчи, быть этого не может. С тех пор, как узнала вкус его губ, не могу дышать воздухом этого ужасного дома. Я стану всем, чем захочет Пепе. Буду нести свой крест. Как те женщины, что становятся любовницами. Любовницами женатых мужчин. Замолчи! Это будет так. Идем спать. Пусть женится на Августес. Мне все равно. Я буду жить одна в маленьком домике. А он будет приходить ко мне, когда захочет. Не будет этого. Не будет, пока в моих жилах есть хоть капля крови. Это от тебя не зависит. Да я взвившегося на дыбы коня сейчас одним пальцем к земле пригну. Ну? Не говори со мной так. Сердце мое заливает злоба, я задыхаюсь. Я сама в себе не вольна. Нас учили любить друг друга. Видно, Бог затмил мне глаза. Я смотрю на тебя и словно вижу первый раз. Стой! Куда ты идешь? Уйди с дороги! Иди, если можешь! Уйди! Пусти меня! Пусти! Матушка! Замолчи! Матушка! Замолчи! Матушка! Матушка! Кто кричит в моем доме? Что тут у вас происходит? Она идет к нему! Сбегаешь из дому, как потаскуха! Не подходите ко мне! Не подходите ко мне! Никто не волен надо мной, кроме Пепе. Ой. Адела! Никто, кроме Пепе. Потому что я его жена. Августе, ступай во двор. Скажи ему, что все знаешь. Он меня ждет за дверью, могучий, как лев. Боже мой. Ружье. Ищите мое ружье. Нет, так ты не уйдешь отсюда, воровка! Ты опозорила нашу семью! Пусть уходит! Только чтобы здесь мы ее больше никогда не видели! Уходи! Уходи! Иди ищи, ищи его. Ну все, конец, Пепе.
убила. Нет. Нет, не попала. Женщина не стрелок. Зачем ты сказала, что ему конец? А что бы она подумала так? Я пролила бы потоки крови на ее голову. Бешеный. Так, пожалуй, лучше. Адела! Адела! Посмотри в конюшни. Не ходи туда. Снимите ее. Отнесите в комнату, оденьте в белое. Как девственницу. И пусть утром звонят в колокола везде, во всех церквях. Она счастливее меня. И пусть никто не плачет. Младшая дочь Бернарды Альбы умерла невинной. Невинной умерла, слышите вы? И ни слова больше. Молчите все.